Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также гости моей странички в Фейсбуке по продаже монет. Сегодня ваше внимание монетки Тринидада, а также монетки у нас Кении. Такая вот экзотика и боны. Пару вот бонов представлено вашему вниманию. Итак, начнем с наших монеток. Первая у нас цена идет Тринидад. Тринидад и Табаго. 1 цент 2008 года. Вот такая вот монетка, симпатичненькая, с изображением птичка. Материал у нас бронза. Гурт у нас гладкий. Вот здесь изображение Республика Тринидад энд Табаго. Вот такая вот монетка 2008 года. Может быть куплена у меня в группе в Фейсбуке. Ссылочка, как всегда, в описании. Вот такая вот интересненькая монеточка. Такая же вот монеточка, только уже другого года. 1 цент 2000 года. Монетка в более лучшем состоянии. Более такая красивенькая, симпатичная. Гурт гладкий, материал бронза. Вот изображение герба Республики Тринидад и Тобаго. 2000 год. Вот такая вот монетка, симпатичненькая, с таким вот изображением, наверное, калибри. Вот, красивенькая. Может стать вашим красивым пополнением вашей коллекции. 5 центов Тринидад и Тобаго. Вот, вот такие вот 5 центов, с таким вот изображением птицы. Красивая, симпатичненькая монетка. Гурт у нас гладкий. Так вот, изображение Республика Тринидад и Тобаго. 1999 год. Такая вот красивенькая, в неплохом состоянии монетка. Ссылочка внизу. Заходим в группу и покупаем. Следующая наша 10 центов. 1978 года. Вот. Мидный никелевый сплав. 10 центов. Изображением цветка. Вот. Гурт у нас ребристый. Вот. Вот такая вот монетка. 78 год. Монетка уже довольно таких ходов хороших, старых. Интересная, симпатичная. Кому нужно, ссылочка в описании. Переходим, заказываем. Дальше у нас идет 25 центов 76 года. Монетка в таком ушатанном состоянии. Вот, ну, все-таки, как говорится, в коллекцию можно положить. Будет интересно. Вот. Материал мидный никелевый сплав. Гурт ребристый. Здесь такое вот изображение. Так, такая же самая 25 копеек, но уже помоложе года. Это у нас 25 центов. Вот. 2007 года. Сейчас посмотрим. 25 центов. Более в таком красивом состоянии. Гурт ребристый. И здесь Республика Тринидад и Тобаго. Такая вот монетка. Симпатичная, красивенькая. 2007 год. Медно-никелевый сплав. Так, теперь более такие, как на мой взгляд, интересные монетки. Это монетки Кении. Уже действительно такая вот экзотика. Такие вот страны у нас. Вот, африканские. 1 шиллинг. 1980 года. Такая вот красивая монетка. Такие изображения львов. Такое вот. Гурт у нас гладкий. Ну, хотя написано ребристый, ну тут, конечно, на ребристость, конечно, такое смахивание, конечно, маленькое. Вот такое вот изображение. Мидний никелевый сплав. Президент of Республика of Кения. Даниэль Торойч Араб Мои. Ну, если я правильно читаю. Так что не судите строго. Так, вот такая вот один, я так понимаю, тоже шиллинг. В более качественном состоянии. 71 года. Ваншин, Республика оф Кения. Гурт уже здесь видно, что ребристый. Красивый. Вот. The first president of Kenya. The Jomo Kenyatta. Наверное, так. Такая вот симпатичная монетка, экзотическая. Таком вот оно, ну, довольно-таки большая монетка, прекрасненькая. Может стать, ссылочка в описании, группа в Фейсбуке. Так, 10 центов. Если это 1 шиллинг, то это 10 центов.
Так, Республика оф Кения, 1978 год. Вот, гурт у нас здесь уже гладкий. Никель-латунь материал. Президент Даниил Араб Мой. В Кении тут за чем Кенья-тата. Не знаю, здесь в каталоге написано. Так. Вот такая вот монетка. В отличнейшем состоянии, красивенькая. Вот. Может, каталог ошибается, не знаю. Тут одно такое. Ну вот, монетка вам на обозрение. Такая вот симпатичная монетка. Ну, перейдем к нашим бонам. Уже я, в принципе, показывал. Было у нас видео. Вот у нас первая бона. Это у нас один фэн китайский. 1953 года. Состояние отличное. Вот. Как бы у нас там видно водяные знаки, да? Такая вот у нас бона. Вот, если у меня... Можете ставить несколько плюсов. Есть в количестве несколько штук. 53-й год. Кому интересно, будет группа. Ссылочка в описании. Так, следующий у нас китайская бона. Это у нас один джао, Китай. 1980 год. Тоже уже было у меня на обозрении. Ну, сейчас покажу. Показываю, что оно у нас еще есть. Можно будет заказать. Группа. В описании ссылочка. Все как положено. Такая более ушатанная уже бона. Это у нас 50 тысяч лир Турция. Вот. Бона такая вот ушатанная. Может, кому-то в коллекцию и надо будет. Туркист. Меркель Панкс. Такая вот бона. Такого вот она у нас в состоянии. Так, и вот последняя бона. Вот у нас уже Египет. 1 фунт египетский. Тоже бона такая вот шатанная. Вот, ну, довольно-таки интересная. Кому-то в коллекцию себе может, ну, будет выставляться недорого. Может взять. Будет интересно посмотреть. Друзьям показать. Герб фараон. Ну, вот. Такое-то красивое изображение этой данной боны. На этом будем заканчивать наше видео. Всем, кто не подписался, подписывайтесь. Приглашайте друзей в группу. Будет еще монетки, будут еще боны. Вот, всем спасибо за внимание. До новых встреч. До новых видео. Всем пока.